Всем привет на 46-м стриме, и, как я обещал, продолжаю после обеда проходить Pokemon FireRed. Это уже, получается, 13-я часть. Ну, в общем-то, я думаю, если вы смотрели, то вы помните, на чем я остановился. Тор, тебе еще раз привет. Так. Я прошел это здание. И взял ключ. Но зайдем еще вот сюда. Покемон лаборатория. Посмотрим, что там. Так, ну давайте поговорим с мужичком. В этой лаборатории нам некогда отвлекаться на всякие глупости. Скрести всех покемонов. Но тут вроде это нельзя еще делать. В этой части. Доктор Фуджи. Так, тут две комнаты, три комнаты. Ну, пойдем по порядку. Громко, а я вроде бы не менял громкость. Лол. Сейчас нормально? Привет, у тебя есть Райчо? Не желаешь обменять его на моего электрода? Нет, даже если был бы. Электрод это же, у меня же есть уже электрод. Привет, у тебя есть Винонат? Не хочешь поменять на Танжелу? Да, только мне надо его... Ой, у меня Винонат уже в Минамото эволюционировал. Так, сюда придем за Танжелой, понятно. В Лунной горе я нашел любопытную окаменелость. Я уверен, что это останки вымершего покемона. О, да я ж тебя видел в Лунной горе, мы с тобой дрались. У меня есть этот камень и вторая часть на втором сохранении. Так. Что тут у нас? Пст. Я могу научить твоего покемона использовать метроном. Эта атака воспроизводит любую атаку, правда, случайным образом. Интересно, да? Эту атаку можно выучить лишь однажды. Продолжить, давай. Ну, торт и обленился, конечно, что-то. Так, а... Метроном? Не. Зачем? Не знаю. Существует три легендарных покемона. Это Артикуна, Заптос и Молтрес. Их местонахождение неизвестно. Мы собираемся обследовать пещеру вблизи Церулина. Отправитель и исследовательская группа. Янтарная трубка. Эви может эволюционировать в одного из трех покемонов. Ну, у меня уже все три есть, спасибо. Так, ладно, в следующую комнату заходим. Что у нас тут? Непонятных слов. Понятно. Ой, я могу покемонов обменять здесь даже. Но у меня, к сожалению, уже этот... Где он? У меня Винамот. А Виноната уже нет. Я его прокачал. Но можно поймать, что мне стоит. Исходить поймать Винонаты. Это он там попадался где-то, я не помню, очень много раз. Так, это я так немножко отсортирую сейчас. В первых двух ячейках у меня уже прокачаны покемоны в плане эволюции. А здесь днища всякие. Вот. Пошли, поехали дальше. Рубишься пиротов и покемона под боком? Мне кажется, это несовместимо, не?
Интересно, что это за машина? Впрочем, лучше ее не трогать. Ок. Да, я профессор палеонтологии. Я изучаю окаменелости покемонов. И уже имеются кое-какие достижения. Что? У тебя есть окаменелость? Да. Каменный шар. Эй, это же каменный шар. Кабуто, древний покемон, готов к возрождению. Моя регенерационная машина может оживить его. Да, давай. Давай-то сюда. Это займет некоторое время. Сходи пока, прогуляйся. Прикольно. У меня есть сил. А у тебя есть панита? Нету. Я бы сам панита бы поменял бы наоборот. GTA норм. А сколько гулять-то надо? Интересно. Ну ладно, пойду пока к лидеру схожу. Этого. Ну, короче, в как это называется-то, блин? Стадион. Стадион. Да, у меня же ключ есть теперь. Йоу, будущий чемпион! Блейн, мастер огненных покемонов. Используй против них водяные атаки. Да, хорошо бы тебе еще закупить антиожогу. Не вопрос. Не вопрос. А тут, по-моему, не продаются антиожоги. Да, ну и не важно, да. А, кстати, вот тут гиперспрей есть. Ну, давайте купим на будущее 5 штук. Ну, имба, он же водный. И он будет слишком имба. Так. Чего он? А, я не то выбрал, двигать. Так, ну тогда выпин Белла мы вернем. А зачем? Зачем мне эта штука так много вообще нужна? Лол. Так, нет, мы оставим выпин Белла, пусть он прокачается. В принципе, нам вместо Снорлакса просто можно взять этого Георадоса. Ну, Герадос, он же не очень. Так, на всякий случай полечу, не помню, там все вылечены или нет. Так, ну пошли. А что тут написано? Лидер Блейн, победитель Гарри. Да как он уже успел? Я же только что открыл это. Откуда у него ключ? Лол, ну это не тупо. Я завязал с кражами, теперь я тренер покемонов. Молодец. Гроулайт? Ну это зря. Лапрас. Давай-ка ему... плавание. Пусть поплавает. Оп, ваншот. И Белл справа 29 уровня. Ну, точнее, Випин Белл. Надо бы его переименовать. Но я переименую, когда он Виктор Беллом станет. Так, Вульпикс. Ну, будем пока Лапроса расходовать. Плавание. И ваншот. Кто дальше? Найнтейлз. Ну, это уже что-то посерьезнее. Какого уровня? 36-го. И тебе плавание. Но это уже не будет ваншотом, скорее всего. Или... нет, не будет все-таки. Но почти. Так, давай-ка выпустим... да ладно, никого не буду выпускать.
А, нет, зачем? Это же сильная атака, лол. А ее все опять. А вдруг я теперь не пройду лидера? Мне не хватит. А так. Ну то у меня покепоны днище, а у него там, наверное, 99 левел. Блин, немножко фейл, ну ладно. Загадка от Блейна. Ответишь верно, дверь откроется. Ответишь неверно, сразишься с тренером. Если хочешь сохранить своих покемонов для сражения с Блейном, отвечай правильно. Лол, я с ним уже сразился. Внимание, вопрос. Катерпи эволюционирует метапода? Да. Совершенно верно. Ты знаешь, как огонь распространяется? В смысле? Так, ты же студент. Давай, плавание. Нормально. Так, вульпикс. Давай, опять вульпикс. Вульпикса, к сожалению, почему-то поймать может только Leaf Green версия. Так что на стриме прокачки буду бежать Leaf Green. Так, 30 уровень, Weeping Bell. Да, тебе надо два плавания, я помню. Ну ладно, так уж и быть. А, нет. В этот раз про каналы. Так, попробуем ответить правильно на вопрос. Загадка от Блейна. Ну ладно, это я читал. Существует 9 квалификационных значков лиги покемонов. Нет, их 8. Ну норм. Так, давай следующий вопрос. Поливак эволюционирует 3 раза? А поливак эволюционирует в поливирла? А, ну это смотря в каком поколении, лол. А в каком поколении имеется в виду? Он первый раз эволюционирует в поливирла, а второй раз эволюционирует в поливрата. Но это в этом поколении. А еще он может эволюционировать в политода. Но это не в этом поколении. Значит нет. 2 раза. Да. Ну давай-ка, следующий вопрос. Электроатаки эффективны против земляных покемонов? Нет. Оно же заземляется. Вау. Следующий вопрос. Покемоны одного вида и уровня чем-то отличаются друг от друга? Да. Например, набором атак и полом. Лол. Да это легкие вопросы. Ну, единственное, про поливага этого... немножечко такой вопрос. Заковыристый. Конечно, вот это я по-любому знаю. Это М28 содержит психоз? Ну, допустим, да. Вот это вот уже ответ наугад. Неправильно. Они сошлись, волна и камень, стихии и проза, лед и пламень. Да у меня, в принципе, на эти битвы Яо. Просто было интересно ответить на вопросы.
плавания. Я же говорю, ну я-то навалять могу, но просто интересно было это, ну, отгадать. Бои мы и так уже видели 100 раз, а вот эти вопросы, это прикольно. Вот и все. Это, наверное, когда растокаты, про что я не понял. Ну ладно, мы дошли, стоп, а вот это что? Никаких вопросов нет. Ладно, давай, чувак. Я Блейн, лидер Цинабарского стадиона. У моих покемонов очень пылкий характер. Они испепеляли надежды всех претендентов. Надеюсь, у тебя достаточно средств от ожогов? Да вообще-то... немного вроде. Но у меня водная имба всякая есть. Артикуна, не хочешь? Ну я не буду пока фишки все показывать, пусть Лапрос сражается. Мне кажется, он и так порешает. Ой, 42 уровня Гроулайт. Ну, молодец, честно скажу. Метель! Вмахивается. А может быть у него и сильная, я не знаю. Метель. На. Ну-ка. О, да, что-то прям прикольно так. Вот и ожог. Давай плавание все равно. Добил. Справа 31 уровня. Панита. Да, заменю, пусть не мучается. Выходит Драгонейр. Так, Панита 40 уровня. Ну давай. Вначале ускорение. Скорость существенно возросла. Обожжет. Не, вообще ни о чем. Лол. Правда, ловушку какую-то пойман. А-а-а. Удар. Ого. Ну, я думаю, вообще без шансов Панита. Удар. И вырубает Панита. Рапидаш. Да, буду выпускать другого. Ну так, как бы интересно же, да? Один против одного. Артикуна напоследок оставлю. Так, Гиарадос. Так, Рапидаш 42 уровня. Ну, мне кажется, это ни о чем. Как тебе гидронасос? Вроде понравился. Так, Арканайн. И я выпускаю того, кого ты не ожидал. Артикуна. На. Чего? Арканайн испугался? Ну, правда, Арканайн... Ой, тут Артикун испугался. Арканайн 47 уровня. Ну-ка, давай, ледяной луч. Ульта? Чуть не особо. Ого! Вот это было прикольно. А чё-то Артикуна не такая имба, как я думал. Ну-ка, а чё такое... Сумрак. Странно, он же должен быть вообще офигеть какой сильный. Что-то они как-то тут схалтурили.
Ну вот, Артикуна слился. Все выстрели, кроме Артикуна. Ну ладно, да, Георадус выходит. Так, ну гидронасос-то по-любому зарешает. Ну, если попадет. Сейчас упадет, упадет. А, давай, гидронасос, попади. Ну, я понял. Х4 бьет. А почему? Он же вроде бы... А, потому что лед, а не вода. Был справа 300 уровня. И все, побежден. В этот раз я сам сгорел дотла. Это значок по праву твой. Я ж получаю огненный значок от Блейна. И 9400 рублей, но это вообще мне без разницы. Теперь у твоих покемонов улучшатся спецпараметры. Вот, прими от меня еще этот скромный подарок. ТМ-38. ТМ-38 содержит огнемет. Это идеальная атака для Чермиллиона или Вульпикса. Но у меня что-то Черизард уже. Так, а что он еще дал мне, чтоб-то улучшил? А, ну понятно. Так, а сколько у меня значков-то? 7 уже, да? Да, 7 значков у меня. Уже 81 час играю в эту игру. Да, что-то много, даже больше, чем финалки там какие-то. Ну вот и все. 10 пройдено. А ты кто? А, стоп, это Гарри, что ли? Здорово, Эш. А, нет, это же я, Билл. Давненько не виделись. Надеюсь, ты еще пользуешься моей системой хранения покемонов. Слушай, мне не помешает сейчас твоя помощь. К югу отсюда есть небольшой остров, его называют Первым островом. Меня туда позвал один старый друг, у него какие-то проблемы. Ну что, отправишься туда со мной? Да, пошли. Хорошо, тогда в путь. Опа, опа. Мой друг пристал корабль, чтобы забрать нас с Энбара. Прикольно. А как он через камни проплыл? Вот мы и на месте. Здесь целый архипелаг, и мы на одном из его островов. Мой друг Селио должен быть где-то здесь. Он разрабатывает компьютерную сеть для этих островов. Зачем я сам тебе рассказываю? Пойдем поговорим с Селио. Привет, Селио. Билл, я так рад, что ты приехал. Не мог же я бросить тебя. Что здесь произошло? Подожди секунду. Эш, это Селио, мой друг. Он настоящий технофил. Селио, это Эш, будущий чемпион Лиги покемонов. Очень приятно. К сожалению, я ничего не понимаю в битвах покемонов. Но я рад знакомству с тобой, Эш. Селио, давай ближе к делу. Что у тебя за проблема? Все прекрасно работает, просто мы слишком далеко от материка. Компьютеры на этих островах не могут установить соединение с твоим компьютером, Билл. В самом деле? Ну-ка, позволь мне взглянуть. Так-так. Думаю, это может сработать. Эш, послушай-ка, могу я попросить тебя об услуге? К востоку отсюда находится второй остров. Там живет один парень. Я не помню, как его зовут, но у него там свой развлекательный центр, ты его легко найдешь. Он коллекционирует редкие камни. Думаю, он мог бы нам помочь. Так вот, ты не передашь ему этот метеорит? Так, взяли метеорит. Эш, чтобы попасть на второй остров, тебе нужен билет. Так, вот тройной билет получили. Этот билет позволит тебе ездить на пароме между первым, вторым и третьим островами. Да, еще тебе понадобится карта. Получили карту. Эш, передай тому парню от меня привет.
Я не понял, это что такое за поворот? Я же вообще-то шел в лигу, и тут меня куда-то отправили. Лол. Это что-то новенькое. Так, понятно. Я так понял, это какой-то... Ну, в общем, ладно, непонятно. У меня нету карты этой местности в этой, в Покелиге. Точнее, не в Покелиге, а... Psypox называется сайт. Хотя, может, тут и есть. Чтобы знать, кого-то ловить-то. Ну, ладно, так, пойду, потом еще найду. Посмотрим, что тут скажет. Эй, я тебя здесь раньше не видел. Откуда ты? Палеттаун? Никогда о нем не слышал. Да ты же... Это же рядом, в принципе. На этом острове есть действующий вулкан. Он, не извергается так. Почему же туда нет экскурсий? Каменного забрал? Ты про что? Какого каменного? Куда забрал? У меня с собой вот эти. Кстати, надо... оживить кое-кого. А, вот же, это же Покецентр. Надеюсь, я скоро смогу меняться покемонами с друзьями на материке. Нет, не забрал. Мне же не дали забрать. Я вышел, и меня сразу Билл поймал. Но я, походу, туда могу вернуться в целом. А-а-а! У нас тут прикол! Нет доступа к сети. Ну да, он же сказал, все правильно. То есть я не могу взять других покемонов. Ну, у меня, в принципе, с собой сильные, я думаю, норм будет. Ты не из этих краев, верно? Здесь чудесный воздух. Мы на острове практически отрезанном от материка. Но нам повезло, что Селио с нами. Моя внучка с ним дружит. Кто-то называет Селио покеманьяком, но я уверен, что он настоящий гений. Так, тут кто? Молодежь всегда тянется в большие города, а я хочу жить только здесь. Ну и молодец. Так, не, я думаю, я могу вернуться, да? А, нет, лол, я не могу пока вернуться. В хорошую погоду я всегда хожу к горящей горе. Это наш вулкан. Забыла. Когда горящая гора когда горящая гора последний раз извергалась? Да я без понятия вообще, я здесь первый раз. Так. Лол. А, у меня Лапрос с собой, как хорошо. А если бы мне не было Лапроса с собой? И что? Привет, я здесь загораю. А если бы я взял и через Ардам прошел бы все? Или каким-нибудь там еще там? Короче, не было бы у меня плавающих, и что бы я делал тогда? Так. Да, метель. Ну да, это я знаю, что это не особо эффективно, он же водный наполовину. Но просто метель сама по себе сильная, я думал, может хватит ему. Так, второй остров, это второй остров, это не главная карта. Тут всего, сказали же, три острова. А основная материк, это другое. А второй остров, это куда мне сейчас надо идти, там вот по заданию. Так, два луча ему надо, ледяных. Ага, запрет. Да не вопрос.
плавания. Ну это вообще, наверное, неэффективно будет. А, ну да, сойдет. Хотя в этом, в аниме там Псидак вообще не умел плавать. Ну это чисто прикол, наверное, был такой. Так, ледяной луч. А, все еще запрещено. На метель тогда. Да. Так, запрет не действует. Ну, тогда ледяной луч. Ну да. Там прикольненько так. Там много прикольных вещей, которых в игре не, ну, как бы нету. Не отражено. А, так, понятно. Плавание. Ну что, уровень? Есть Лапрос второго уровня. А этот... Забыл уже какого. Короче, был справа 33-го. Приманивание хочет выучить. А вряд ли, наверное, мне это не нужно. Испустить притягивающий аромат, снижает ловкость. Так, это отравит. Не, не надо мне никакого приманивания. Так, все дальше идем. Так, опять тентакул. Да нет, он опыта не даст, смысла с ним сражаться, нет. Так, что у нас тут? Горящая дорога. Вообще, мне сказали конкретно ехать на второй этот остров, но... Я тут пока погуляю, посмотрю, кто тут нападает еще. Ну, вряд ли кто-то такой, кого у меня нет. Да ладно! А вот и как раз таки вот оно. Лол. Ледяной луч. Надеюсь, не убьешь. Отлично. Doing the clown, привет. Да, на первом острове. И ловлю паниту грейтболом. Есть. Панита поймана. Панита огненно-гривый покемон. У него легкое тело и невероятно сильные ноги. Панита одним прыжком может запрыгнуть на Айрс Рок. Что это такое, еще бы знать. Молтреса можно поймать. Но это не в этом, ну, у меня нету мастербола. Это в другом сохранении будет. На стриме прокачки поймаю. А, я понял, если к вулкану идти, там поймаю, да? Ну ладно, значит я сейчас на второй остров поеду. Я столько съела за обедом, мне нужно больше упражняться. А да, даже ультраболом, да, поймать Молтреса 1%, даже если у него мало здоровья, да? То есть, хоть что делай, все равно у него 1%, да, будет поймать. Только мастерболом можно нормально поймать. Просто если было хотя бы там 10%, я бы, думаю, поймал бы. Так, Мяут ни о чемный. Пикачу. Ого, Пикачу 35 уровня, неплохо. Давай, плавание.
Опять мяус. Мяут и Пикачу. Символично. Ну, понятно. Ну, значит, будем юзать второго игрока, так скажем, Клафери. Это что еще за сюрпризы тут? Оно смывается? Да, практически да. Мощь космоса? Что это за атака? Защита возросла и всего-то? А, и спецзащита возросла. И что, теперь я фиг пробью? Да нет, в принципе, норм. Расколоть. А, я еще не могу камни раскалывать. Или мне просто некем. А, мне просто... У меня же нету голема с собой, да? Так, ну, я все-таки схожу наверх, потому что если я пойду с другого сохранения брать Молтреса, то я же все равно тогда здесь не буду ходить. То есть в этом именно, в основном сохранении. Так, ну, этой по нити не повезло. Интересно, метель все-таки заомнит или нет? Вряд ли. Что-то так, что так неэффективно-то? Она же огненная, вау. Давай еще метель. Промахивается еще. Топот. И последняя метель. Ну. Ну вот, нормально. Когда уже этот Белспраут прокачается? А, да я все время путаюсь, что вот это лед и вода, это типа разные вещи. Вот это я путаю все время. Ну правильно, лед растапливается от огня, а вода тушит огонь. Ну типа такая, да, логика. Давай ледяной луч. О, неплохо. Давай, 34 уровень. Когда там эволюция? Я не охота смотреть, когда он эволюционирует. Я просто жду этого момента. О, Sand Slash. Ну, давай плавание. А, он же половину каменный, должен быть эффективно, да? Ну, да, вполне. Так, Ротикейт. 36 уровня. Опа. Это ни о чем. На, ледяной луч. Так, что у нас тут дальше? Угу. Камни надо эти разрубить будет, посмотреть, что там. Уткнулся в экран, ну... О, каратистка! Тня, а, Таня. Хитман Ли. На него подействует? Ледяной луч. Нормально. Так, плавание. Ну, я думаю, добьет. Да.
О, Хитманчан, она читер. Слушайте, она читер. Как у нее Хитманчат и Хитманли? Только у меня есть и то, потому что я себе его как бы это обменял. А, ну может она тоже обменяла, ну короче. Его же нельзя получить этот и тот без сторонних игроков. Когда уже этот Белстраут качается? Все-таки я сейчас гляну, какой он там уровень, а то я жду, может там еще уровни 10 ему надо. Как он там, Випин Белл? А, лол, я туплю, жесть. Блин, вот это жесть. Ну, я думаю, наверное, кто-то уже догадался, может быть, нет. Так, ну ладно. Потом вот тогда. Надо покецентр починить. Сейчас гляну, что тут у нас. Ой, еще тренеров куча. О, двойная битва, прикольно. Каратиста. Мик и Кия. Ой, Белстраут, ты куда поехал? Ладно, давай плавание, а ты, ну попробуй что-нибудь тоже химикаты. Ух ты, так это массовая атака, это плавание. И химикаты тоже. А прикольно, мне это нравится. Месть. У-у-у, неплохо. Не спорю, неплохо. Драгонейр. Удар. Да, минус один. Рост. Расти, цветочек. Если он бросок, это он сейчас 39 потратит. Так. Торнадо. Походу торнадо на всех действует. Давай опять химикаты. Угу. Да, праймов злее и злее. Но они потихоньку сливаются. Опа. Давай-ка торнадо, а ты вообще уходи. Ну, пусть Артикуна выйдет. Ну, Праймап, наверное, слился. Да. И был справа 35 уровня. А этот замирает вообще. Давай торнадо. И можешь ледяной луч, хотя он и так уже сольется. От торнадо. Так, и... Я снимаю... Так, стоп. Да что ты не туда нажимаю? Снимаю опытоприемник с Белспраута. И даю его пока что Драгонейру, но временно. Пусть прокачивается. Так, что у нас тут? Еще один бесполезный тренер.
И что, я из одного покебола сюда плыл? Ну ладно, может там хоть что-то полезное? Гиперспрей? Да, ну, наверное, да. Так, посмотрим, что он нам может предложить. Шелдер 35 уровня. А, не, Белспраут, ты ж не очень. Пусть через арт порешает ему там одним крылом ударить. И Шелдер лежит. Ну, так и есть. Клостер? Ну ладно, его двумя крыльями надо ударить. Луч Аврора? Ну это сильная атака. И вторым крылом. Все. War Turtle? Давай, Dark Angel, удачи. Спасибо, что зашел. Выброс огня. Ух ты ж. Не умер. Ну, в смысле, не упал. А, но он еще обожжен. Ну-ка, добьет его ожог? Нет, не добило. Печалька. Мегапинок. Эти что тут ходят? Настоящие воины не носят такого. Хьюг. Матчоп 37 уровня. Через арт. Давай выброс огня сразу. Упал. Мочок. Не, не надо заменять. Выброс огня. Так, и что, второй сейчас сразу нападет? Понятно. Шия. Не, был вправо, то уходи, ты упорот. Месть. За что месть-то? Так, выброс огня. Ваншот. Ну давай теперь месть, но правда ты уже лежишь. Если знаешь, я тоже засыпаю. Что-то сижу, засыпаю. Давай выброс огня. Наверное, погода такая. Не знаю, что там, до сих пор снег идет? Не, уже не идет. А, еще говорят, вроде давление сегодня 720, что ли, низкое очень. Не поможешь мне потренироваться? Ну давай. У вас там дождь идет? Прикольно. Но по сути ты же южнее меня значительно, да? Вроде бы.
У меня немножко с географией России бывают проблемы. По крайней мере, я не помню, где Новочеркасск точно находится. Ну, вроде где-то южнее, да? А, ну да, определенно южнее где-то. Я ж помню, там Олимпийский огонь поздно проходил. Так, выброс огня. Так, Драгонея 45 уровень. Да что же он ничего не выучит никак-то, ну. Еще выброс огня. Чё мне тут праймы-то? Вот и все. Вот и весь праймер. Вот и потренировались. Так, а есть ли смысл туда плыть? Только из этих плавунов. Стоп, а это вулкан? Или что? Горящая гора. Ладно, ладно, не пойду в горящую гору сейчас. Да ну, мне нету резона сражаться с этими всеми тренерами. Они мне ничего не дадут особо. Прокачиваться мне уже и так не надо. Так что я просто пойду дальше по сюжету, ну, в интересные места там и так далее. Вулканическая баня, разожгите огонь в своем сердце. Ну, сходим. Так, это что такое? Говорят, что купание в этих озерах омолаживает. Взгляни на мое лицо, видишь морщины? Вода этих источников помогает мне выглядеть моложе, чем на самом деле. Здесь чудесное место для отдыха, не правда ли? Я сам сделал эту баню несколько лет назад. Пришлось раскалывать породу, чтобы пробиться горячим источником. Тогда эта HM пригодилась мне, но теперь она мне ни к чему. О, HM-06, контейнер, так, положили. А, вот, дробить камни, словно крекеры. Ага, отлично. Вот я и получил ее. Ух, это потрясающе, вот это такая теплая. В центре бассейна горячее всего. Вставай туда и расслабься как следует. О, походу вылечили все покемоны. После купания я всегда съедаю миску горячего супа, чтобы прогреться еще изнутри. Вот только там Артикуна не рад, что он прогрелся. И покедекс замкнул. Ну ладно. Идем разрубать камни. А, мне нечем, да, разрубать камни? Да, мне же нету с собой каменного никого. Печалька. Печалька, печалик. Так, что, на следующий, на второй остров плывем? В горящую эту скалу потом. Мне же сказали идти на второй, а я тут что-то шляюсь. Они там без связи сидят. Давай, второй остров. Прибыли. Осторожно, быстрое течение, купание и рыбалка запрещены. А можешь порыбачить, слушай? А, новый, какой там, ну супер крючок, например. А, не, нельзя. О, покецентр, а у вас тут связь тоже не работает? Да. Как тебе наш развлекательный центр? Одному там делать нечего. Туда надо приходить вдвоем. Ну, я forever alone, так что...
Ты кто? В домике на мысе живет старушка. Она что-то видит в каждом покемоне. Странно все это. Опа, а там что? А у меня нет с собой мяута. Там лежит что-то. Бадум, бадум, попробуй сыграть в прыжки. Тебе просто нужен покемон. Бадум. Пора прыгать. Знаешь что? Тебе надо попрыгать. Ты о чем? Развлекательный центр радость. Нам сюда и надо. Ну, мы сейчас вначале пройдемся по домишкам. Обшаримся. Я мастер атак. Я знаю все атаки левого покемона. Хочешь вернуть покемону забытую атаку? Нет, ничего проще. Дай мне два грибочка или один большой гриб. И тогда я научу одного этого покемона одной его атаке. Если твоим покемонам нужно обучение, то мне нужны грибы. Ага, на грибах он сидит, понятно. Тот парень за прилавком прибыл из Целадона. Со своим братом они открыли здесь этот магазинчик. Интересно, откуда они берут товары? И ты грибы продаешь. Я отгадал? Купить. Нет, Нарзан. 50 тысяч пи устанавливает. 50 тысяч пи устанавливает. Но это я возьму штук 50, наверное. Вот. А, максимум 99 можно взять. Ну, беру 99 штук. Так, а грейтболов у меня сколько? Возьму еще 6 штук. А я думал, ты грибы продаешь. Вау. Так, на мысе старушка там живет. Ну, давайте к ней сходим, потом уже вызывательный центр этот. Интересно, кто тут водится? Может, кроме Паниты можно еще кого-то поймать? Я получил абсолютную атаку этого типа. Но кто сможет воспользоваться ею? Ты? Лапрос? Нет, нужен другой. Че за... Че? Ты о чем? Ты кто? Понял. Не понял. Понял, что не понял. Давайте посмотрим, кто тут нападает. А, это вообще интересно. Даже драться с тобой не буду. Ну, давайте еще посмотрим одно. Понятно, днище всякое. Значит, идем в развлекательный центр в одиночку. Куда это запропастилась Ластиль? Она всегда приносила мне обед в это время. Эй, ты ведь дружишь с Ластиль? Ты не знаешь, почему ее нет? Я понятия не имею, где она может быть. Боюсь, как бы она не попала в беду. Ластиль такая славная, она так похожа на меня. Прошу тебя, помоги найти ее. Я уверен, что она где-то на третьем острове. Ой, начинается. А что, развлекательный центр? Какого черта я здесь делаю? Тупые клоуны. Они сказали, что будут ждать меня на острове. Ну и где они? Эй, ты, что ты сделаешь здесь на третьем острове? Загляни в карну, на карту неотесанный байкер. Это второй остров. Убирайся отсюда и помой свой мотоцикл. И правда, что это я? Эти острова так похожи. Ты посмотри на него. Этот байкер испачкал мне коврик. Сегодня мы не работаем. А связь есть? Понятно. Короче, мне надо искать кого-то на этом острове, да? У меня есть дом на третьем острове, такой с красной крышей. Может быть, она там. Я не могу идти отсюда, вдруг она придет сюда. Поэтому я и прошу тебя о помощи. Понятно. Нас отправили на второй остров, чтобы там нас отправили на третий остров. Ну, пойдем, пойдем. Но надо нам по-любому восстановить доступ к этой штуке. К компьютеру Билла. Стоп, а чё я нажал? На какой остров-то приплыл? На третий нам надо.
Кто вы такие? Я сейчас вызову полицию. Дамочка, поделитесь денежками. А чего вы не нападаете на меня? Мы из Федерации байкеров Канто. Лови мой выхлоп. И не дерутся. Третий путь. И что? Привет! Хочешь знать, что я здесь делаю? Я ищу золото. Однажды я разбогатею и куплю себе дом где-нибудь в Канто. Так, третий остров. Остров воссоединения семей. Хей-хо, теперь этот остров принадлежит нам. А вот и домик с красной крышей. Но здесь нету никого. Оу, ты босс? Уходи отсюда со своей шайкой. Приятель, зачем грубишь? Ведь я ведь только что приехал. Вы просто бандиты, приехавшие на чужую землю на своих мотоциклах. Ты хоть понимаешь, что одно ваше присутствие здесь губит остров? Не напрягайся так, брателло. Огранись вокруг. Как вы здесь развлекаетесь? Ты нас благодарить должен за то, что мы оживили эту сонную деревню. Хотя, если так хочешь, попробуй заставить нас уйти отсюда. Вы трусы, нападаете всей шайкой. Ага. А тебе что здесь нужно? Ты знаешь, что невежливо вмешиваться в чужой разговор. Хочешь что-то сказать? Да. Не люблю надоедливых детей, сейчас ты проиграешь деньги. Джозеф, ну давай своего кофинга 37 уровня. Конечно, через Арда бы выпустить на него, ну ладно, ледяной луч. Да, местная копота. Ну и что, получил? Давай следующего, Визинга там или кого, Мачопа. Неважно. Граймер, ну да. Очевидно было. Ой, зачем? Да какой танец дождя, лол. Ну ладно, пусть будет. Тогда буду использовать плавание. Плавание. Ну вот. Что это за ребенок? Да норм, что тебе не нравится. Не вздумай смеяться надо мной. Ты ведь из Канта, тогда почему ты против нас? Ну я понял, короче, сейчас будет все, со всеми драться надо будет. Ну ничего, выстоят эти, что они тут, ваншоты там и нормально. Плавание. Помой этого копинга вонючего. И все, у тебя один только. Хватит кривляться. Как я мог тебе проиграть? Тотальное невезение. Не вздумай мешать боссу. Плавание. Ну они не очень, да. Опа, вот видишь, он живой и меня тратить начинает. И я травил еще. А ты говоришь ваншота. Плавание. Босс, простите, что отвлекаю, но вам надо разобраться кое с кем. Ага, босс. Я наблюдал за тобой и видел достаточно. Ты друг этих аборигенов? Значит, нам с тобой придется сразиться здесь и сейчас. Ну видишь, а он сейчас с ядом, а тут босс. Пакстон. О, видишь, у него визинка, я испугался, все, убегаю. Это же пипец, визинг же, это же визинг. Он ваншотает сейчас будет, наверное. Видишь, густой дым, все. Я теперь в него попасть не смогу. Вон, я страдаю от яда. К
Короче, у меня проблем куча целая. Еще промахивается, видишь? Попасть не могу даже. Бежать нельзя от него. Все, я попал. Плавание. Промахивается. Ну все, сейчас зарешает лапас. Живой? Нет, не живой. ГГ? Да не, какой ГГ? Есть же через ад. Удар крылом. Опа, но он не убьет через ад. Не убьет? Да ладно. Да ладно. Жесть. А что-то он реально такой прикольный. Ну ладно, Драконейр. Маг. Ну, давай удар. Не, ну как можно через Ардус ваншотнуть? Жесть. Удар. Виск. А, все, ну это все, сейчас третий удар и все. А ему надо было что-то со мной сделать. А, промахивается, какого черта? Он же мне ничего, меткость не снизил вроде. Ну ладно, давай удар. Все. Ну да, немножко он доставил лузов. Достаточно, мы уезжаем отсюда. Все равно на этом острове совершенно нечего делать. Ребята, поехали отсюда. Оп. О, пойду полечусь, а то что-то они, да, такие прикольные. Так, а вы что скажете? Давай собирать фрукты. Во фруктовом лесу фрукты можно найти прямо на земле, если хорошо поискать. Да, нафиг они мне нужны. Самому между островами не поплавать. Течение слишком быстрое. Ну, я уже понял. Знаешь последнюю новость? Мы наконец-то установили соединение с регионом Канто. Не знаю, как это работает, но это здорово. Да ладно. Нормально. Да, через арт зарешал просто. Так. Во-первых, я Георадоса выкидываю и беру голема, потому что он может замесить и нарубить. Вот, а во-вторых, ничего. Вроде, да? Ну да. Нет, во-вторых, есть еще кое-что. Мне нужно подключиться к ПК своему. Хранилище, забрать вещь. Камень травы забрать, один. Вот я надеюсь, уже все поняли, для чего это я взял. Так, сумка. Камень травы использовать. Белл Спраут. Точнее, Випин Белл он уже. И Випин Белл эволюционирует. А я, блин, его качал, думал, он от уровня эволюционирует. И Випин Белл эволюционировал Виктри Белла. И все равно он называется Белл Спраутом. Вот, а теперь я выкину этот цветок, действительно. Двигать.
Виктор Белл 35 уровня. Двигать за место кого его взять-то? Так, ну, во-первых, я его сюда. Может, Лукозама взять? Стоп, а у нас Панита. Стоп, а Панита же у нас кого-то эволюционирует, по-моему, да? А, в Рапидаш. Так что Панита не в этой ячейке должна быть. А вот в этой. Просто чтобы я потом не запутался, да, Рапидаш. Чтобы не запутался, кого мне качать. Вот кто здесь, их надо качать. То есть о них еще эволюция впереди. А тут уже все, кто эволюционировал. Либо у кого нету вообще эволюции. Так. И у меня одна ячейка, да, можно кого-то взять. Ну, кого взять? А где Лукозам? Возьму его, пожалуй. А, не-не-не, я беру Шперса, там я деревце где-то видел, все. Вот. Отличненько, на этом я сохранюсь, ну, чтобы ничего не пропало, как обычно. Да, я знаю, но просто я Пикачу все как-то собираюсь прокачать. Ну, чтобы он чисто атаки. Ну, чисто чтобы атаки какие-то он выучил. А так я знаю, что камнем, да. Спасибо, мы бы сами с ними не справились. Смотри, твой покемон ранен. Получает бальзам. Ну, вообще-то я уже вылечил, ну ладно. Вижу, ты хорошо заботишься о своих покемонах. Думаю, все будут очень рады, если ты поселишься здесь. Надеюсь, ты хотя бы погостишь у нас. Что, прости, ты ищешь Ластиль? Она только что ушла в сторону фруктового леса. А что за бальзам? Это какой-то ключевой, что ли, предмет? Нет. А, бальзам. А. Понятно. Ненужная вещь особо. Ты кто? Я? Нет, я не Ластиль. Она, кажется, собиралась в фруктовый лес набрать фруктов к обеду. Ясно. В общем, там чувак переживает, а она тут просто гуляет. Когда мой Додо эволюционирует, я смогу поиграть в развлекательном центре на втором острове. А как мне вон то взять? Так, а что тут продается? Грибы? Я слышала, что торговый центр в Целадоне в несколько раз больше этого магазина. Да, есть такая. Я слышал, что байкеры собирались сжечь этот магазин. Я так рад, что они уехали. Я иногда захожу сюда за медикаментами, а многие тренеры лечат своих покемонов фруктами из фруктового леса. Фрукты ведь бесплатны. А вы мне скидочку не дадите за то, что я байкеров прогнал? Так, купить. Так, ну ультраболов у меня достаточно. Гиперзелья. Сколько... Что-то дорого стоит, погоди. 24, но я возьму тогда 26 штук. Чтобы у меня было 50. Так, эликсир. Ну, у меня вроде эликсиры есть, да? Ну, можно 6 штук купить еще. Тоже такие недешевые. Лекарства. Да, сойдет. Ну, все. Никогда не ходи в одиночку в фруктовый лес. Почему? Там живут призраки. А, да это я. Из-за байкера папа не разрешает мне играть на улице, но их я уже прогнал. А значит, я не зря Лукозама взял. Я же взял его, да? Стоп, я взял Лукозама. Я не взял Лукозама, а если там призраки живут, то надо брать. А, стоп, наоборот, наоборот. Призраки сильны против психических, а не психические против призраков. Да, так что ладно, без разницы, кого я там взял. Так, это я вижу. Новоперс.
Цинк? О, это вообще ее, это не юза. Третий остров заселен больше других островов этой области, так что здесь могло бы быть повеселее. Но мне бы не хотелось снова увидеть здесь банду байкеров. Я поселилась здесь, потому что хотела жить в тихом и спокойном месте. Ну ок. Не выходит, я не могу согнуть ложку мысли. Возможно, вам не совсем нет психической силы. Ну, ты ж не покемон. Ты знаешь, кто лидер на Сафронском стадионе? Это девчонка, ее зовут Сабрина. Она использует психических покемонов и сама обладает психической силой. И она очень красивая, да, я победил уже ее. Так, фруктовый лес. Оп, а это что-что? Не может быть, чтобы тут ничего не было. Лол. Так, ну, где? Странно. А для чего тогда здесь это деревце? Вау. Странно. Ну я же там проверял. Да что такое? Деревце уже появилось. Жесть. И как я там, как его там возьмут-то? Что за жесть? Деревце вообще сверхскоростное. Ладно, неважно. Так, это ты что ли или нет? Кто тут водится? А, Пиджа. Да не, не буду я с тобой сражаться, живи. Двойная битва, да? Угу, давай. Клафери, Клафери, новая оригинальная. А, ну, я понял тебя. Арбузы любишь. Так, ну давайте, пусть плавают. А ты давай-ка удар крылом. По одной. Опа, через арт быстрее, чем Лапрос. Ну, в общем, они не ожидали такого исхода. Ни одной атаки нанести они не успели, к сожалению. А почему в двойных битвах у них всегда по одному покемону? Нет, чтобы у каждого по 6. Это я понимаю. Так, а для чего этот камень там? Псидак. А я мучился там псидак искал. Кто же знал, что он потом будет на каждом шоке? Гиперспрей. Да, в принципе, ненужная вещь. Так, Пиджа. Да ладно, покемоны не тоха.
Было бы норм. Парфюмер? Что-то новое. Бульбазавр? Ты в Лив Грин играешь. Ну давай. Так, а ему плавание вряд ли нанесет урон. А вот ледяной луч. Может быть. Да, неплохо. Ивизавр? Ну давай по такой же схеме. И что, там будет Винозавр, да, третий? Неужели? Ого, ваншот даже. Не ожидал. И Лапрос 43 уровня. Ну давай новую атаку, пожалуйста. Ну наконец-то, ограждение. Опять защита, что ли? Я думал, атака будет. Ну хоть что-то новое. Создать барьер. Защитит от проблем статуса на 5 ходов. Такая ненужная, реально. Я даже учить не буду. Ну, это печалька. А, так это же Лапрос, а не Драгонейр. Чё ты? У него и так нормальные атаки. Все, не нужно никакое ограждение. Но... Да. Я что-то перепутал с Драгонейром. Кто? Все-таки реально, что ли, этот? А, не, опять Ивизавр. Ну, это тогда ладно. Тебе удалось вырастить сильного покемона? Ну да, Лапрос, это... Неплохой покемон получился. Танец дождя, ты чё, прикольная же фигня, она увеличивает водные атаки, то есть плавание становится еще мощнее. Не, вроде прикольная штука. Так, а ты чё тут бегаешь? Ты же такая мелкая, будешь сражаться? Старью 34 уровня, откуда у тебя такое? И оно тебя слушается? Надо же, на старью лед эффективен. Ну давай еще лед тогда. Еще старую, ну давай. Конечно, можно было бы Черизарда там включить, но это ладно, не буду. Пусть уже Лапрос израсходует все свои атаки. Ну да, потому что не очень эффективно. Эта надпись появляется, когда именно, да, ну, неверный тип мы выбрали, то есть этот тип против того типа неэффективен. Но просто если сильное превышение уровня, то как бы оно так и так много потратит просто из-за того, что, ну, реально сильный покемон. То есть даже как бы если об стенку горох пулять со скоростью света, оно все равно может пробить стенку, да? Ну, вот, типа в этом плане. Крабби. Так. Кстати, мы Крабби никогда еще не видели, вроде бы, до этого. Так что я думаю, стоит зачитать. Что же это такое? Хотя это очевидно. Его клешни — это не только опасное оружие, они еще помогают Крабби держать равновесие при перемещении боком. Ну, короче, это главный символ СК-2. Надо его ловить. Так, давай ледяной луч. Затроллил, затроллил.
Так, ледяной. Ну, насчет видеть не видели, но я просто не вижу смысла вебку включать. Кому надо на мою рожу смотреть, правильно? Так, а может тут можно поймать что? Интересно. Ну-ка, давай новый крючок. Конечно, у меня есть вебка. Чё, я где-то в деревне, что ли, живу без вебки, лол. Ну, правда, вебка такая... говёненькая. Ну, у меня просто, я обычно, если по видео с кем-то нужно поговорить, там, по скайпу и так далее, то я использую планшет свой. Но, как можно догадаться, ну... стримлю-то я с компании, с планшета. Вебку запилить. Да не, нафиг надо. Ну, не знаю, зачем. Потом, может быть. Так. Никто тут не ловится, ладно, забьем на них. Так, не будем сражаться с лишними, зачем? Что там за звук только что был? Слышали? Вебка нужна в Тохе? Да не, у меня только от первой Тохи реально горело. Вот прям жесть, да? А от остальных, вот вторая, третья, как-то пока не особо. Добро пожаловать во фруктовый лес. Будьте дружелюбны и не набирайте слишком много. Да я не буду ничего тут собирать, нафиг мне надо. Глум? Не, ну я не знаю, если прям так вебка нужна, то я, в принципе, может быть, на следующем каком-нибудь стриме включу, но... хз. Но не на покемонах, потому что... О, Драгонер, 46 уровень. На покемонах смысла нету, потому что... чё, я сижу 4 часа, да, или там больше... устаю уже, как бы смысла нет. Если я там туху какой-то, то да, в принципе, прикольно может быть, с одной стороны. А тут что? Ну, сижу я вот и играю в это, покемон. Не знаю, зачем тебе такая вебка нужна? Ну, говорю, ну ладно, может быть, в следующий раз, но не на покемонах, а на другой игре включу. Но мне кажется, там изображение настолько будет ужасное. Она 0,3 мегапикселя, лол. Так, вот там покебол валяется, лол, надо его взять. Во, кстати! Кстати, я его поймаю. И, кто внимательно смотрел, он помнит для чего. Так. Ну-ка, я сейчас метелик на него использую, чтобы... Я думаю, он не сдохнет от этого. Ну да, не ушатать. Но если что, я все равно побегу поймаю. Да не ушатать же, ну куда ты, вставай. Так, вот он не очень-то. Да куда метель такая, она же вроде слабая была атака, вообще ни о чем. Да куда ты, нафиг мне глум надо, давай мне виномота этого, винаната. Лекарство. Ладно, буду ловить сейчас винаната. А, ну вот, в принципе, он тут часто попадает, так что... Не страшно. Но плавание его же не заогнет, да? Да ты прикалываешься. Да что он такой слабый? Ладно, сейчас...
Поставлю... А у меня слабые-то есть, лол? А у меня слабых нету. Голем? Но он все равно сильный. Но он хотя бы 26 уровня. Так, это Пиджота. Побег. Не удался? Ты что, прикалываешься? А он меня сам выкинул. Ты какой водишь? Давай мне этого. Минаната. Это не тебя. Какая интересная вероятность, что тут Винонат выскочит. Тут без этой карты, без рук. Чего? Танец перьев. Побег. Да, все. Псидак еще тут. Вообще, мне кажется, фраза довольно смешная. Псидак атакует. Он же постоянно за бошку держится, стоит и вообще ничего не делает. Как он еще атакует, без тренера особенно. Ого, экзигут. Интересно, их тут можно поймать, покемонов. Но у меня уже экзигутор. Да, что-то Винонат это... Не хочет, странно. Неужели мне повезло два раза подряд практически он выпал? Геракросса нету тут вообще, это ж первое поколение. Итак. Что ж такое ты ему сделаешь? Мощь? Ну он почти на 8 уровней он ниже, поэтому он не должен его заовнить. Ага, можно даже два раза ударить. Псилуч. Главное, чтобы сам голем сейчас не слился. Чего? В этом лесу ловится? Серьезно? В этой игре? Вроде же Геракросса нету. Ну ладно, может я путаю. Стоп, а чё я туплю? Вот же у меня покедекс. Геракросс. Геракросс, Геракросс. Кастый Гингар, Джадут, Глум, Голбот, Голдин, Голдок, Голем, Гравелер, Граммер, Гроллайт, Геарадус. Нету Геракросса. По-моему, ты что-то путаешь. Это уже в Джота будет же Геракросс. По крайней мере, по аниме. В регионе Джота. А, так, а что я хотел? Я уже забыл. А. Крейтбол кинуть. Поймали. Ну... Смотри. Так, отмена. У меня есть покедекс. Видишь, в покедексе всего 148 записей, но да, там я согласен, что тут не совсем 148 записей. А здесь их на самом деле... так, сейчас. Вот, если брать в том числе Mewtwo и Mew, то 151. И все, дальше идет уже другое. Ну, не знаю, ну, в общем... По крайней мере, видишь, даже в покедексе нету места.
Ну хорошо, может быть, я виднее, если ты там прям, не знаю, может, ты прям 100% знаешь, но пока что я не вижу, что такое должно быть. Как-то не очевидно. Нет, ну я сразу говорю, что я тогда ловить больше первого поколения не буду, потому что я буду проходить еще следующие игры покемонов, да, и нет смысла ловить одних и тех же. Так, ладно, надо кого-то там вылечить. Что там у меня? Лекарство. Вылечили. Дроузи. 34 уровень. Побег. Так, голема убираем. Ставим. А пусть Артикуна будет. А то Артикуна дно, надо его прокачать. Покебол. Макси эфир, ну это ерунда. Вообще эти предметы особо не доставляют, потому что я их и так могу купить, как бы. Ну и что? Что? Ну нашел, нашел. Куда дальше? Побег. Так, тут зацикливается, да? Угу. А, да ну и что? Чё, я не пройду его, что ли? У меня Алаказам уже не с собой, или нет? Я все время забываю. Не, я не взял Алаказама. Да ладно, 35 уровень, мне кажется, вообще ничего такого. Ну посмотрим. Ну он, правда, начнет усыплять, наверное, всех, да? Ну. Разберемся. Что за ясновидение? Типа 100% попадание, что ли? Ну-ка. Нормально. Остерегайтесь этих диких покемонов. Пфф, они бы еще в конце леса написали. А ты кто? А, алло, Ластиль. Пожалуйста, помоги мне. Где-то здесь ходит страшный покемон. И так его боюсь, я не могу сдвинуться с места, а я так хочу домой. Нет, это опять он, мне страшно, я хочу к папе. Ага, вот он, да, то, что ты говорил. Гипно. Да, он 30 уровня, а не 35. Давай, ледяной луч. Это вот этот страшный? Ну и еще ледяной луч. Ну ок. Ладно, страшно. О, он ушел, спасибо. Я тут собрала немного фруктов, это тебе. Папай фрукт. Как тебя зовут? Эш, мне так страшно, ты не ведешь меня к папе? Хорошо, идем. Опа, телепорт. Ластиль нашлась? Как мне отблагодарить тебя? Ластиль, дорогая, прости меня, папа больше не допустит такого. Все нормально, пап, не переживай. Что это у тебя? Это мне? Кто тебе сказал, что я коллекционирую редкие камни? Огромное спасибо за такой подарок. А, так это от Билла. Передай ему от меня спасибо. А вот это лично для тебя. Камень Луны! Как вовремя-то, а?
камень луны. И уже все поняли, что с ним сделано. Итак. Голем идет от... Не-не-не. Ладно, Артикуна идет отдыхать. А, Нидорина берем. Но только временно. Да, Нидокинг. А, так, сумка. Камень луны. Сразу выюзываем. И наконец-то! Нидорин эволюционирует. И вот он, Нидокинг. Выглядит довольно грозно. И выкидываем сразу его. Но теперь он идет уже не в третью, а во вторую ячейку, потому что он прокачанный. Ну, эволюция максимально. Так, кого хотел с собой взять? Забыл. А, Винаната. Для обмена. Да, вроде все. Так, а что мне тут надо-то было? А, лучшие игры только для вас. Ну и... Мне же нужно было тут найти какого-то чувака, который бы связь починил. А, ты можешь прийти сюда с другом. Лол. Каким другом? У меня нет друзей. Так, понятно. А, ну я теперь могу это деревце срубить. Эликсир. Так я же, получается, не выполнил задачу, да, на этом острове? На одинокий мыс это я не знаю, что там делать. Так. Опа, а тут что-то можно украсть? Не. На одинокий мыс идти? Ну ок, иду. Так, а в тот раз я заходил, мне ничего не обучили. Я получил абсолютно атаку этого типа, но кто сможет воспользоваться ею? А, Чаризард. Не может быть, это тот самый покемон. Чаризард может выучить абсолютную атаку. А, о, странно. Что скажешь? Позволишь своему покемону выучить ярость огня? Да. Ты не против? Сейчас Чаризард познает абсолютную атаку, ярость огня. А какую мне заменить атаку? Обычный выброс огня? Ну-ка посмотрим. Выброс огня у нас 95-100. 150-90. Но всего лишь 5 пп. Вместо мегапинка, да? Однозначно, вместо мегапинка. Тоже 5 пп, но тут 120-75, а тут 150-90. Да, вместо мегапинка он выучивает ярость огня. Причем потрошение. Да, я тоже считаю мегапинок в топ. Потрошение тут хотя бы 20 пп. И, в принципе, полезная. А мегапинок, он тупо хуже по всем параметрам. И столько же 5 пп, и сила меньше, точность меньше. И плюс это нормальная атака огненная. Так что, мне кажется, по-любому мегапинок.
Мегапинок это еще Чармандер учил, тогда было круто, а сейчас... Я уж думал, что так и умру, не успев никого научить абсолютной атаке. У, круто, спасибо, все. Теперь через арт совсем МБ. Так, ну и чего? Мне можно возвращаться на второй остров, что ли? А, стоп, я... Нет, я сейчас на третьем острове. А, нет, я на втором острове. А как наладить связь? Мне сказали, надо пойти к владельцу этого клуба и... А, там меня не пускают. То есть я не понял, что мне делать. Вот я захожу. А, стоп, тут что-то изменилось. Добро пожаловать, здесь можно поиграть в интересные игры через беспроводной адаптер. Беспроводной адаптер не подключен, возвращайся, когда подключишь его. Вообще-то подключен. А какой где тебе рассказать? Прыжки. Прыжки покемона, нажми кнопку А, чтобы покемон запрыгнул на лиану. Участвовать могут только покемоны ниже 28 дюймов. Покемоны, которые только плавают, ползают или летают, не годятся для этой игры. Если подпрыгивать вовремя, можно добиться хорошего результата. Додрио ловит фрукты. Управляй тремя головами Додрио, чтобы они ловили падающие фрукты. Нажимай влево и вправо на плюс джойстика, чтобы двигать головы. Разумеется, чтобы... сыграть в эту игру, тебе нужен Додрио. Так. А, починить связь. Что-то я не понял. Ну-ка, сейчас съезжу на первый остров, посмотрим, что там мне скажет. Я им скажу, если что, что у меня беспроводной адаптер не подключен, и поэтому мы не сможем наладить связь с Канто. А, так, а куда мне надо? Чтоб что это? Серверная? А. Привет, Эш. Почему тебя так долго не было? Понравилось на островах? Связь с Канто хорошая, сбоев нет. А, ну, отлично. Да, быстро все вышло. Билл, я бы без тебя не справился. Селио, не скромничай, ты ведь создал эту сеть. Передаю все тебе. Ладно, ладно. Ну, вот и все. Я сделал здесь все, что мог. Нам можно возвращаться в Канто. Селио, еще увидимся. Эш, мне так жаль, что тебе пришлось бродить здесь в одиночку. Обещаю, что однажды покажу тебе все наши острова. Нет, я Молтерса не поймал. А каким образом я его поймаю, а? Это было недолго, ведь так? Селио, кажется, не против снова с тобой повидаться. Уверен, он обрадуется, если ты его посетишь. У тебя ведь есть тройной билет, так что ты можешь съездить туда, когда захочешь. Паром отходит из порта в Вермиллионе. Ладно, спасибо за компанию, бывай. Ну я могу туда вернуться, если что, то есть, как мне только что сказали. Я ж только что был на третьем острове, там фруктовый сад этот. Скорее на первом острове, там вулкан, я не стал ходить, я не зашел в вулкан. Там, скорее всего, он сидит. На первом острове вулкан. Так. Вот и ты, давно пора. Твоя окаменелость тяжела, я думаю, это Кабуто. Отлично, получаем Кабуто. Почему мне не сказали, что это типа новый открылся и так далее?
Так, где он? Вот он, как будто 140-й. Моллюсковый покемон. Генетически воссоздан из древней окаменелости. Твердый панцирь надежно защищает его тело. И чё, это имба? Или так, не особо? А теперь, чтобы мне получить Аммонайта, это мне нужно будет... в другом, короче, сохранении, там, в другом прохождении пройти до этого момента. Я там взял другой камень. Лив Грини, ну в общем, жесть, это уже потом будет на прокачке. Стоп, я же взял. А, это мне нужно вернуться опять на тот остров, лол. Как будто сильный, да? Ой, куда я не туда зашел? Так, короче, чтобы не париться, мне нужно взять Пиджета, а то я сейчас запарюсь реально туда бегать, туда-сюда. Ну, вообще уже время 16:32, так что, в принципе, сейчас на этом стрим закончится уже. Так. А на стороне прокачки я постараюсь поймать, соответственно, Молтреса. Ну, не знаю, это мне надо в Ливгрине пройти очень далеко. А, стоп, не в Ливгрине, это мне нужно будет старое сохранение загрузить здесь и вместо Артикуна поймать Молтреса. Вот. Так, и Винаната мы пока что оставим. И чисто чтобы посмотреть, возьмем Кабуто. 5-го уровня Кабуто, лол. Нормально ловится и так, а мне только что говорили, что вообще нереал поймать. У меня мастербола нету. А мне говорили, там 1% ловли. Так, Вермиллион, да, вроде бы мне надо. Да ладно, и что, ты хочешь сказать, я теперь не смогу поймать Мьюту? Если у меня нет уже мастербола. Блин, если так, то это печалька. Ну, в принципе, не знаю. Ну, буду страдать, значит, пытаться. Но по-любому, раз уж я взялся, тогда придется... Придется как-то ловить, потому что, ну раз уж я почти всех открыл, ну лол, надо всех открывать. А каким образом я расклонирую мастербол? Интересный вопрос. Его же нельзя никак передать. Его нельзя дать покемону и так далее. Как вещь. Так, значит, я зря это.
Зря кабута тогда взял. Ну, хотя не, лучше пиджи-то оставлю. Мне нужно винонат. Так, и где-то тут мне его поменяют. Да погоди, прокачать блоху. Но качать я буду, потому что там есть эволюционная форма еще, насколько я помню. Так, нет, это не то. Так, это тоже не то. А где то было то? Или это было на втором острове, или на каком? Так, да мы же и так на первом, или он там второй выбрал? А, Вермилион, да лол. Так, а где там? Вот здесь, что ли? Нет. А где тут был домик-то? Ну... Нет, это мыс. А, третий, значит, да, остров? А, или это вообще было в том городе? Чё-то я запутался. Чё-то мне казалось, что это было в первом острове. Третий остров. Центр. Нет, там было много людей в доме. Нет, это значит был тот город, походу. Блин. Как будто оставляем. А я не могу, да, лететь? Ну да, я отсюда не могу лететь, по-любому. Ладно, в общем, сбор этих покемонов я уже оставлю на стрим-прокачку. А на этом я этот стрим завершаю. Единственное, ну не знаю, может быть Молтроса тоже на прокачке поймаю. Ну какая разница, главное же поймать. Так, по сюжету я пойду уже на основном стриме. Вот. Не знаю, если он ловится на ультрабол, тогда я могу его поймать на обычном стриме, но мне кажется, это очень сложно, если то как бы лучше я, ну, поймаю на другом сохранении и так далее. Так что все, на этом, значит, если вопросы есть, замечания, предложения, жалобы, можно как обычно писать. Я, как обычно, сохраняюсь сразу тремя способами, чтобы ничего не потерялось. Так, перезаписываем. Ну, в принципе, конечно, можно, но я попробую все-таки. Я просто не хочу злоупотреблять сейфлоудами хотя бы на основных стримах. На стриме прокачки еще можно. А если я беру стрим прокачку, то смысл, мне проще с мастерболом дойти. Так что, я с мастерболом более честно как-то получается. Вот, ну в общем, ладно, на этом пока, увидимся на следующем стриме.